Здесь у нас насос с пистолетом для розлива в крупную тару агрессивных веществ. Работа проста, так скажем, как на автозаправках. Идет пистолет, шланг, подключен насос сразу к двум еврокубам. То есть открываете кран и разливаете с этого реактора, включаете насос, естественно. При необходимости можете с этого реактора запускать. Никаких сложностей это не вызывает.